Бастақпарат арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғыра, қайырлы күн. Сот бұрынғы вице-министрге үкім кесті. Осыған дейін үлкен көлемде пара алды деп қамауға алынып, бізінше қызметтік бабын асыра пайдаланды деп айыпталған Эльмира Суханбердиеваға қатысты сот процесі осы қазір аяқталды. Әріптесім Дастан Сейілханұлы соттың қандай шешім шығарғанын айтып беруге әзір. Ол бізбен қазір тікелей байланыста. Сонымен Дастан, күдіктіге қандай жаза қолданылатын болды? Марал, сот процессы қазырғаны аяқталды. Есіл аудандық соты Эльмира Суханбердиеваға негізінен жеңіл жаза қолданды. Нақтырақ айтқанда, сот үкімі бойынша вице-министр 6 миллион теңгеге жоқ көлемде айыппұл төлейді. Одан бөлек Эльмира Суханбердиева енді мемлекеттік қызметпен өмір бойы айналыса алмайды. Одан бөлек оған осыған дейін берілген мемлекеттік наградалардың барлығы тартып алынады. Жалпы бұны жеңіл жаза деп отқан себебіміз осыдан бір ай данаса уақыт бұрын Эльмира Суханбердиева үлкен көремде пара алды деген айыппен темір торға тоғытылған еді. Кейіннен жемқорлық дерегі бойынша емес, өз қызметін асыра пайдаланғаны үшін жауапқа тартылғаны мәлім болды. Эльмира Суханбердиева сот шешімін тыңдағаннан кейін журналистерге арнайы қазір сұхбат беріп жатыр. Әзірге бұрынғы вице-министрдің әріптестерімізге қандай мәлімдеме жасап жатқаны белгісіз. Мүмкін сот шешімімен келіспейтін, алдағы уақытта апелляциялық шағым түсіретін айтып жатқан болар. Жалпы сот шешімді шығаратын кезде Эльмира Суханбердиеваның кәмелеттік жасқа толмаған үш баласы барын, одан бөлек өзіне тағылған барлық айыппен келіскенін, тергеушілермен процессуалды келісімге келгенін ескере отырып осындай шешім шығарып отыр. Жалпы бұл процесс ұзаққа созылған жоқ. Кеше ғана алғашқы отырыс өткен еді. Эльмира Суханбердиевамен қоса орталық жекеменшік мектебінің директоры Елена Шеверняева да айыпты деп танылды. Сот шешімімен ол 500 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейтін болды. Жалпы бұл екі адамды не байланыстырады? Эльмира Суханбердиева осыған дейін білім және ғылым министрінің орынбасары қызметін атқарып тұрған кезде 1 маусым күні балаларды қорғау күні көп балалы отбасыларынан шыққан үздік оқитын балаларға және ерлігімен көзге түскен балаларға сыйлық жасау үшін осы мектептің директорына өтініш жасаған болу керек. Яғни балаларға қымбат сыйлықты планшет яки ұялы телефондар алып беру туралы ұсыныс жасалған болатын. Бұл сыйлықтарды балаларды қорғау күні әлгінде айтқан балаларға табыстау керек болатын, бірақ мемлекеттік бюджеттен оған ақша қарастырылмаған. Сол себепті Эльмира Суханбердиева өзінің қызметін пайдаланып бизнесмендерге жүк салған көрінеді, бірақ бизнесмендер вице-министрдің бұл уәжіне қарсы шығып сотқа шағымданған. Осыдан кейін осындай дау туындап отыр. Соттың шешімі бойынша айыпталушы тарап сот үкімін 15 күннің ішінде даулай алады, яғни осы аралықта апелляциялық шағым түсіре алады. Одан бөлек сот Эльмира Суханбердиеваға басқа қалаға шықпау туралы қолхат жазу керектігін ескертті. Марал, мендегі бар ақпарат осы. Егер қосымша мәлімдемелер жасалатын болса, онда алдағы шығарылымда міндетті түрде жеткізетін боламыз. Рахмет, Дастан. Сізден ақпарат күтетін боламыз. Тікелей байланыста болған әріптесім Дастан Сейілхан. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Дәл қазір үкімет үйінде баспасөз мәслихаты басталды. Тікелей эфирде назарларыңызға ұсынамыз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қазақстан Республикасы үкіметінің баспасөз орталығына қош келдіңіздер. Бүгін біз индустрияландыру және қазақстандық автоөнеркәсіпті дамыту туралы айтатын боламыз. Осы бағытта қандай жұмыстар атқарылғаны және алдағы уақытқа қандай жоспарлар орындалатыны туралы әңгімелесеміз. Бүгінгі біздің қонағымыз индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Аманияз Ержанов. Аманияз Қасымұлы, қош келдіңіз. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Қайырлы күн. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, құрметті әріптестер, жаңағыдай айтып кеткендей, бүгін екі тақырыпқа тоқталғым келеді. Біреуісі мынау индустрияландыру бағдарламасы болса, екіншісі біздің автокөлік өнеркәсібінің дамуына қатысты. 2015 жылдан бастап елімізде индустрияландырудың екінші 5 жылдығы жүзеге асырылуда. Ағымдағы жыл аяқтау жылы болып табылады. Өткен жылы индустрияландыру картасы аясында 13 мыңнан астам тұрақты жұмыс орындарын құру арқылы 1,3 триллион теңгеге 102 жоба іске қосылды. Өткен жылдың қорытындысы бойынша
индустрияландыру бағдарламасының барлық мақсатты индикаторлары бойынша он нәтижелерге қол жеткізілді. Ағымдағы жылы біз ол динамиканы сақтап қалдық, және де жылдың аяғына дейін осыны өсіруге жұмыс деп жатырмыз. 2019 жылдың 5 айының қорытындысы бойынша өнеркәсіп 2%-ка өсті, тау-кен секторы 0,7%-ке, және өндеу өнеркәсібі 3,6%-ке өсті. Өсім мұнадай салаларды қамтамасыз етеді. Ол жеңіл өнеркәсіп, машина жасау, мұнай өндеу, түсті металлургия және химия өнеркәсібі. 2019 жылдың 4 айында өнделген өнім экспортының көлемі 5 миллиард ақыш долларын құрады. 2019 жылдың 1-ші 90-ында өндеу өнеркәсібінің еңбек өнімділігі 27500 теңге адамды құрады. 2019 жылдың 5 айында өндеуші өнеркәсіптің негізгі капиталына инвестициялары 254 миллиард теңгені құрады. Биылғы жылы біз индустрияландыру картасының 120-дан астам жобасын енгізу арқылы 1,1 триллион теңгеге 20 мың тұрақты жұмыс орындарын құруды жоспарлап отырмыз. 2019 жылдың 4 айы ішінде 8 миллиард теңгеге 317 тұрақты жұмыс орны құру арқылы 10 жоба іске асырылды. Енді өздеріңіз байқап отырсыздар, көптеген жобалардың іске қосылуы жылдың аяғына дейін жоспарланған. Осы қалған екінші жартыжылдықта біздер өте үлкен жұмысты атқаруымыз керек. Елбасының тапсырмасы бойынша жыл соңына дейін біз 2020-2025 жылдарға арналған индустрияландыру бағдарламасын бекітуіміз керек. Өздеріңізге белгілі, бұл негізгі тәсілдер индустриялық-инновациялық даму тұжырымдамасына енгізілген, ол өткен жылдың 90 айында үкіметтің қаулысымен бекітілді. Бағдарламаның мақсаты өндеуші өнеркәсіптің халықаралық бәсекеге қабілеттігін ынталандыру болып табылады. Тұтастай алғанда индустриялық-инновациялық саясат сабақтастықты сақтайды және экспортқа бағдарланған кәсіпорындарға және еңбек өнімділігін арттыруға баса назар аудара отырып, өндеу өнеркәсібін дамытуға шоғырландырылатын болады. Бағдарламаның негізгі жаңалықтары келесідей. Бірінші, біз өндеуші өнеркәсіптің барлық салаларында тиімді өндірушілерді қолдау пайдасын салалық басымдалықтармен кетеміз. Екінші, бюджеттік ресурстарды пайдалануға бақылауды күшейту және ұтымды пайдалану мақсатында кәсіпорындарды қолдау нақты көрсеткіштерге қол жеткізу бойынша бизнестің қарсы міндеттемелеріне алмасу үшін ұсынылатын болады. Үшінші, кәсіпорындарды жаңғырту және технологиялық дамытуға бағытталған қолданыстағы құралдар жетілдірілетін және жаңа құралдар әзірленетін болады. Қазір бағдарлама жобасы әзірленіп, мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдарда келісу сатында қаралуда. Таяу арада 2020-2025 жылдарға арналған индустрияландыру бағдарламасының жобасы ашық интернет порталында және жария талқылау үшін министрліктің сайтында орналастыратын болады. Енді екінші мәселе бойынша, уважаемые коллеги, касательно развития автопрома. Машиностроительная отрасль обеспечивает конкурентоспособность экономики в целом и тем самым увеличивает занятость населения за счет огромного эффекта для развития смежных отраслей. В этой связи в рамках государственной программы индустриального авиационного развития на 2015-2019 годы машиностроительная отрасль и в частности производство автотранспортных средств, их частей, принадлежностей и двигателей было определено в числе 8 приоритетных
секторов развития экономики Казахстана. Автомобилестроение является новой отраслью машиностроения Казахстана. Развитие национального автомобилестроения имеет мультипликативный эффект на другие отрасли экономики, позволяет создать новые рабочие места. Так, в текущем моменту количество рабочих мест в секторе достигло порядка 2000 человек. В смежных отраслях промышленности количество рабочих мест достигает до 7000 человек. На сегодняшний день на территории республики действуют такие крупные производители легковых и грузовых автомобилей, как «Сорокавтопром», «Азия Авто», «КамАЗ Инжиниринг», «Хундай Транс Авто» и другие. Ведется сотрудничество с мировыми лидерами, такими как «Джак», «Равон», «Ивеко», «GM», «Шкода», «Пежо», «Кия», «Хундай», «Дайва», «Рено», «Ниссан» и «АвтоВАЗ». В результате в Казахстане создано производство по сборке практически всех видов автотранспортных средств. По итогам 2018 года доля автомобилестроения, машиностроения составила 19,2%. И за январь-май 2019 года вырос до 25%. Объем производства по итогам 2018 года составил 205 миллиардов тенге или 32,298 единиц автотранспортных средств. Индекс физического объема автомобилестроения за 2018 год составил 114%. По итогам 5 месяцев текущего года произведено 16921 единиц автотранспортных средств на сумму 114 миллиардов тенге. Производство легковых автомобилей выросло на 41,5%, автобусов на 3,2 раза, грузовых автомобилей на 35% и прицепов, полуприцепов на 35%. Причиной роста производства является восстановление спроса на рынке, открытие экспортных рынков, а также программа льготного автокредитования со стороны государства и реализация автобусов в лизинг в рамках программы обновления автобусного парка в наших областных центрах, которые вкупе позитивно отразились на развитии сектора автомобилестроения. В целом государством с начала запуска программы льготного автокредитования и лизингового финансирования выделено 50 миллиардов тенге, включая последний транш в размере 10 миллиардов тенге, выделенный в мае текущего года. Выделенные средства освоены в полном объеме, и на сегодняшний день ведется вторичное освоение средств, то есть программа продолжается. С учетом револьверного освоения на сегодня реализовано 15 446 единиц транспортных средств на сумму 76 миллиардов тенге. Ежегодно в обороте находится около 8-9 миллиардов тенге, что примерно рассчитано на 1500 единиц транспортных средств. В 2018 году запущена программа по реализации в лизинг автобусов в рамках поддержки отечественных производителей. Из республиканского бюджета были выделены 13 миллиардов тенге, из них 10 миллиардов на автобусы. Средства реализуются с учетом микширования с рыночным фондированием в отношении 50 на 50 по доступной ставке не более 7%. 1 июня 2019 года освоено 13,3 миллиарда тенге, профинансировано 4 проекта по обновлению автобусного парка в городах Атырау, Семей, Шымкент, Павлодар и реализовано 571 единица автобусов. В рамках данной программы в 2019 году из республиканского бюджета выделено 23,5 миллиардов тенге. На сегодняшний день средний уровень локализации автомобилей составляет 32,4%. И эту локализацию мы с каждым годом будем повышать. Однако по отдельным моделям автомобилей уровень локализации пока составляет 19-20%, где имеются сложные технологические процессы. Предприятия с низким уровнем локализации более подвержены внешним экономическим факторам, поэтому автопроизводителям необходимо уделить особое внимание развитию собственной компонентной базы, чем мы вместе с нашими и общественными объединениями по автомобилестроению и самими предприятиями эту работу сегодня ведем.
Для дальнейшего развития автомобильной промышленности важно сконцентрироваться на крупносерийном производстве путем запуска дополнительных проектов. Также хотел остановиться на вопросе, что в этом году, в апреле, принята программа совместных действий между Министерством индустрии и инфраструктурного развития нашей страны и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, где мы с ними подписали соглашение по развитию производственной кооперации, в рамках которой предусмотрены проекты по производству техники и компонентов для транспортных средств марки КАМАЗ, по производству транспортных средств марки Hyundai, компонентов к ним и по строительству завода полного цикла для АО «Азия Авто Казахстан». Также в этой программе совместных действий, просто я на нем не буду останавливаться, предусмотрены другие проекты по самолетостроению и по развитию оборонной промышленности. Также хотел бы остановиться на глобальной ситуации в автомобильной промышленности. То есть в мире мы продолжаем наблюдать ряд изменений. Одним из мировых трендов является развитие производства экологически чистых машин в целях защиты окружающей среды. И в первую очередь это электромобили, о котором в последнее время очень много идет информации. По самым оптимистичным оценкам, доля мировых продаж машин на альтернативных технологий может составить 89% к скорому времени. Казахстан стремится соответствовать мировым трендам, поэтому мы эту работу ведем. Так, на производственной базе Сарыарка Автопром уже собрано более 30 единиц электромобилей модели Jack E-Track, Jack IE-V5 и Jack IE-V6S. Проведены масштабные исследования о возможной эксплуатации электромобилей в климатических и инфраструктурных условиях нашей страны. Идет работа по понижению стоимости электромобиля для конечного покупателя. Также такую работу ведет предприятие «Азия Авто». Ими освоено производство электромобилей Kia Soul и Lada Vesta. Продолжая данную работу, «Азия Авто» произвело испытание опытных образцов и сертифицировало их. Сейчас идет продажа. При наличии спроса будет осуществлен запуск производства электромобилей Lada Vesta вот на данном предприятии. В целом, отечественные производители транссредств готовы производить автомобили, использующиеся экологически чистый вид топлива. Вот в этом отношении тоже сейчас выпускаются гибридные автомобили, то есть использующие гибридный вид топлива, которое также часть на газу, часть на бензиновой, и часть теперь на них хотят еще сделать его на батареях. Коллеги, я еще хотел один вопрос по линии автопрома до вас довести. Во исполнение протокольного поручения правительства мы ведем сейчас работу по введению ставок утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику и в том числе в экологический кодекс. Эта работа сейчас нашим министерством ведется. Опыт Российской Федерации и Республики Беларусь говорит о том, что они эффективно стимулируют и вкладывают средства в развитие сельхозмашиностроения, применяя стимулирующие меры и отказ от субсидированной импортной техники. И инициатива, которая поддержана правительством, и он является одной из результативных мер стимулирования сельхозмашиностроения, и в этих странах также является введение утилизационного сбора. В прошлом году НПП «Атамекен» поддержала введение утилизбора на сельскохозяйственную технику после 1 июля 2019 года при условии выполнения следующих мероприятий. Отсрочка введения утилизбора на один год,
не вводить утильсбор на технику, которая не производится в Казахстане, либо производится в недостаточном количестве, не вводить утильсбор на ранее зарегистрированную сельхозтехнику, введение субсидирования 25% от стоимости техники, разработка льготной программы для приобретения техники под низкий процент, введение программы скидочного сертификата при сдаче на утилизацию старой сельскохозяйственной техники, введение обязательств по локализации. И вот теперь в реализацию закона, экологического закона, приказом исполняющего обязанности министра энергетики и министра индустрии и инфраструктурного развития утверждены правила стимулирования производства самоходной сельскохозяйственной техники. И сейчас в этой части мы ввели, будем вводить его после введения утилизационного сбора. Сейчас мы проходим согласование во всех государственных органах и на общественных организациях. Как я уже говорил выше, утилизационный сбор планируется вводить только на вновь произведенные и ввозимые зерноуборочные компании трактора. Данная техника, если производится на отечественных предприятиях и позволяет предоставить весь спектр необходимого объема, то я думаю, что если мы насытим рынок зерноуборочными компаниями, тракторами, то, о чем сейчас оппоненты этого введения говорят, удорожание цен на сельхозпродукцию не будет. Оно не касается сельхозпродукции, и тем более оно не касается той продукции, которая не относится к растениеводству. Поэтому введение утилизационного сбора позволит локализовать ранее импортируемую модель сельхозтехники за счет создания новых и расширения действующих производств и снизит их себестоимость, создает полноценную систему утилизации сельхозтехники в стране, а аграриям позволит обновить парк техники за счет программ выдачи скидочного сертификата и льготного лизинга для приобретения отечественной техники, сохранить стоимость отечественной техники за счет мер стимулирования и повысить уровень локализации производства в рамках соглашения о промышленной сборке сельхозтехники. Вот вся информация, которую я хотел до вас довести. Спасибо за внимание. Благодарим вас, Аманияз Касымович, за предоставленную информацию. Пожалуйста, уважаемые коллеги, мы переходим к сессии вопрос-ответ. Первый вопрос. Мы слушаем вас. Юрий Масанов. Информбюро КИЗЭТ. Здравствуйте. Несколько вопросов, если можно. Насчет утильсбора, о котором вы говорили в конце вашего доклада. А какие примерно сроки, ну конкретно, когда уже будет введено это? И на ваш взгляд, действительно ли получится у Казахстана, учитывая размеры рынка, действительно привлечь новых партнеров для создания здесь производств? Это первый вопрос. А второй, вот и касательно техники сразу. А на какой стадии находятся переговоры с КЛАС компанией? И какие будут, кто будет с казахстанской стороны партнерами по Кировцу и КАМАЗу? И была ли определена площадка для производства? Спасибо. Спасибо за вопросы. По созданию новых проектов, да, новых производств, то, что сейчас ведется и в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития, и в рамках той программы совместных действий с Российской Федерацией, вы имеете в виду, так, правильно, да? Я понимаю, да, вопрос. Да, все. В целом я уже говорил о том, что 20 проектов, которые мы должны до конца года, из них уже 13 введены по ГПИР. Оставшиеся, оно касается всех отраслей промышленности, и мы надеемся, в том числе и на наших крупных системообразующих предприятиях, у Касцинка, у Арселора, у ИРЖИ, у всех, в том числе у ИРЖИ по предприятию из ГПО, в этом году введение трех больших крупных проектов, которые строятся на месторождении, Руднинском месторождении. По плану, по программе совместных действий с Российской Федерацией, здесь мы
в эту программу заложили 12 проектов. Из них 8 проектов касается автомобилестроения. В том числе по КАМАЗу создание здесь производства и локализации его казахстанскими предприятиями. Сейчас эта работа ведется совместно с головным КАМАЗом и с нашим филиалом, то есть КАМАЗ Инжиниринг, которая находится в Кокшетау. Сейчас определяется место строительства цеха по литью и по производству автокомпонентов самого нескольких моделей КАМАЗа. Этот вопрос на стадии уже решения. Возможно, оно будет создано. Есть готовые площадки у Агромашхолдинга в Кустанае. Они готовы его предоставить. Либо мы его продолжим в виде расширения самого КАМАЗ-инжиниринга. Второй такой крупный проект – это создание, опять-таки, производства тракторов марки «Кировец» Санкт-Петербургским тракторным заводом. То есть это бывшие наши К-700-ы. Мы уже такое одно из производств имеем в Северо-Казахстанской области, Петропавловске. Теперь еще по другим моделям «Кировца» хотим создать его также на базе «Агромашхолдинга» в городе Кустанае. Ведется большой проект по химической промышленности. Это группа компаний «Еврохим». Это их филиал «Еврохим удобрения Казахстан». На территории Жамбылской области уже построен горный комбинат, то есть комбинат, который на сегодня производит фосфорную муку. Теперь идет строительство второго этапа. Это создание химического комбината, где будет производиться продукция химической промышленности в виде желтого фосфора, в виде минеральных удобрений с фосфоритами и так далее, на целом группы, которые необходимы для наших сельхозпроизводителей. Также вот в этой программе есть проекты по созданию совместно с российскими производителями самолетов Л-610 и легкомоторных самолетов «Байкал». Также эта работа сейчас между нашими контрпартнерами, переговоры ведутся. И я думаю, что «Казахстан Инжиниринг» и совместно с российскими компаниями эту работу к конце этого года начнут. Что касается вопроса по классу, этот вопрос уже у нас давно стоит, кого выбрать, Джон Дир или класс, кто к нам со своим производством зайдет, будет ли локализация казахстанских компонентов для таких высокотехнологичных тракторов и комбайнов. Да, мы вот с классом закончили переговоры в апреле. Класс согласился создать производство в городе Петропавловске. Практически мы эту же работу уже с ними ведем. Вносим изменения в правила по промышленной сборке сельхозтехники. По его принятию, когда она будет зарегистрирована в Минюсте, класс приступит к созданию вот своего производства в Петропавловске. Практически эта работа уже вышла на финишную прямую. А это ориентировочно какие сроки? Я думаю, что вот если мы в июле зарегистрируем приказ с внесенными изменениями по соглашению по промсборке сельхозтехники, то я думаю, что на конец июля, начало августа мы уже приступим к реализации. Спасибо.
Благодарим вас за ответы. Пожалуйста, уважаемые коллеги, следующий вопрос. Представьтесь, мы слушаем вас. Ой, добрый день, Майра Медипаева, InBusiness.kz. У меня вот вопрос, что владельцы частных автопарков жалуются, что программа обновления автопарка им недоступна. И вот в этой связи вопрос. Из тех 570 автобусов, сколько было поставлено именно частным автопаркам, а муниципальным? И второй вопрос. Вот платежи по лизингам у частных автопарков составляют 5,4%, да, вот по тем автобусам, которые были взяты с Байвека. А по государственной программе обновления у нас составляет 7%. Но в этой связи почему такая разница, учитывая, что там были коммерческие деньги, а здесь государственные? Это первый вопрос. И второй вопрос, когда в Казахстане будет введена платность для транзитных автомашин? Спасибо. Спасибо за вопросы. По частным автопаркам, на самом деле, эта работа ведется нашими местными исполнительными органами. И каждый год при составлении договора на обслуживание городских маршрутов у них идет большой спор. Или при проведении тендеров на обслуживание, кто будет его проводить и какое у него наличие автопарк для того, чтобы обслужить население пассажирскими автобусами. В связи с этим я уже на своем тоже высшем докладе говорил о том, что по линии БРК мы выделили по лизингу на покупку автобусного парка. И тем более тех автобусов, которые выпускаются нашими казахстанскими производителями. И, естественно, оно дает эффект роста на производство для наших отечественных автопроизводителей, что для Худая Трансавто, что для Сарака Автопром, и что для Симаза, который выпускает эти автобусы. Почему разница в процентах, там 4,1, здесь 7%? Ну, сами понимаете, что рынок, оно всегда регулирует ценообразование, и, естественно, частник всегда покупает более дешевую продукцию. Но это не говорит о том, что мы, тратя бюджетные деньги, их направляем без всяких расчетов, лишь бы поддержать отечественный автопром, да? Это не так. На самом деле, когда покупается частниками, к ним добавляются еще другие виды продукции, которые они, покупая, делают свое соглашение, ну, по ценам чуть ниже, чем наши производят автопроизводители. А мы, покупая для автобусных парков эти автомобили, естественно, мы берем его по той себестоимости, может быть, даже не накручивая даже на 5% эту себестоимость для наших отечественных производителей. Поэтому и эта разница есть. Но мы работаем с нашими отечественными производителями, поэтому я всегда говорю, пока мы свое производство не будем поддерживать и не будем ему помогать, никогда у нас не появится продукция, которая будет называться «Сделано в Казахстане». Может быть, сегодня чуть дороже мы продаем эти автобусы, но со временем мы придем, когда у нас уже и количество увеличится, и технологически мы более развиты будем, и появятся новые модели автобусов. Я думаю, что мы по цене сможем конкурировать и с теми импортными автобусами, которые закупаются частными нашими, ну, частниками. Что касается платности для автомашин, вы что имеете в виду? На автодорогах? Да, на автодорогах, для транзита. Ну, не моя тема, конечно, но тем не менее, то, что я знаю, вам скажу, что
на тех автодорогах, которые имеют первый класс, то есть первую категорию. Это Астана, Боровое, да, Шучинск, это Западный Китай, Западная Европа. По отдельным участкам вводится платность. Расчеты, которые проводил наш комитет автомобильных дорог с комитетом транспорта, они дают возможность содержать все эти автомобильные дороги на том уровне, к которому они относятся, то есть к первой категории. И платность, она ее так и определяется. По-моему, сегодня, если не ошибаюсь, то это 300 тенге, да? Возвращаясь к автобусам, вы не уточнили? Из 570 этих автобусов частным автопарком сколько было поставлено? Они все практически частным автопарком и поставлены. Не муниципальным? Не муниципальные. Муниципальные только в Алма-Ате. Они его купили, я точно сейчас цифру не скажу, но где-то около 200 автобусов муниципальные купила город Алма-Ата. Остальные все по частным автопаркам были закуплены. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Телеканал Астана, Екатерина Брынюк, слушаю вас. У меня вопрос по электромобилям. Вот вы говорили о том, что сейчас ведется работа по снижению цены на них. В связи с этим вопрос, сколько стоит электроавтомобиль, произведенный в Казахстане, что это за работа, и насколько возможно снизить цену для того, чтобы он стал более массовым. Ну и сразу по инфраструктуре, что делать для того, чтобы владельцам электромобилей было удобно ездить по Казахстану. Спасибо. Спасибо, очень хороший вопрос. На самом деле, я уже в своем докладе говорил, мировой тренд таков, что все зарубежные автопроизводители, они переходят уже к выпуску электромобилей. И они считают, что к 2020-2022 году продажа этих электромобилей достигнет 89%, о чем я говорил. И мы тоже не должны отставать. И я называл несколько наших казахстанских компаний, которые занимаются производством электромобилей. Пока сегодня электромобили, которые производятся казахстанскими производителями, они почти в полтора раза выше цены, которую, например, выпускает та же Tesla. Или же другие зарубежные аналоги. Ну, в мире сегодня как бы Tesla первое место занимает, и она уже выпустила третье поколение электромобилей, которые уже тоже у нас в Казахстане есть. И наши автопроизводители его изучают со всех сторон. И она стоит около 28 тысяч долларов, да? У которого резерв, моторезерв которого, или так можно, если выражаться, электромобилем, до 400 километров. Ну, если оно будет больше, то, естественно, будет стоимости больше, потому что оно будет в зависимости от его комплектации, особенно по его аккумулятору, батареи. И вот над этими батареями, которые сейчас используются на электромобилях, работают наши тоже производители, чтобы оно было казахстанским. И наши научные институты, вроде Национального центра комплексной переработки минерального сырья, получили задание, тоже изучают, как можно литиевые батареи изготовить в Казахстане, потому что у нас есть сырье под него, и не в малом объеме. Мы можем даже отдельные страны его обеспечивать и экспортировать в будущем. Над этим как раз наша КПМС и работает. То, что касается снижения цены у нас, это вопрос времени. Я же говорил о том, что несколько единиц автотранспортных средств выпущено, и они сейчас выставлены на продажу. Если они будут иметь спрос,
то наши автопроизводители готовы выпускать эти электромобили. Но на этом нельзя сидеть и ждать, купит, не купит, поэтому наши работают над тем, чтобы сделать ниже себестоимость самого электромобиля и, естественно, сотрудничают со всеми зарубежными автопроизводителями, со всеми теми новинками, которые они используют при создании новых моделей этих электромобилей. И мы тоже будем им всячески оказывать поддержку со стороны государства для того, чтобы эти модели у нас появились. И по инфраструктуре? Что будет делаться? По инфраструктуре сейчас эта работа активно ведется в городе Нур-Султане, в городе Алмате и по трассе Нур-Султан-Щучи. То есть ставятся электрозаправочные станции, где можно будет заправить эти электромобили. По остальным городам и областным центрам по увеличению количества электромобилей по спросу населения, естественно, инфраструктура будет дальше развиваться. А есть данные, вот сколько сейчас уже электромобилей в Казахстане бегает по дорогам, если бегает вообще? У нас, если не ошибаюсь, мы когда проводили вместе с Международным центром зеленой экономики, вот буквально месяц назад, называли цифру около 200 уже автомобилей в Казахстане бегают. В том числе 6 или 7, то, что выпустила СРАК «Автопром» и «Азия Авто». Спасибо. Пожалуйста, буквально завершающий вопрос. Агентство Биньюз. У меня такой вопрос. Можете рассказать, пожалуйста, про льготное автокредитование? Сколько заявок поступило? На какую сумму были выданы кредиты? И какие машины берут казахстанцы? Спасибо за вопрос. Льготное автокредитование на самом деле уже работает у нас несколько лет. Я в своем докладе уже останавливался на нем. 10 миллиардов было выделено. Сейчас в этом году также 10 миллиардов мы выделили. Оно в револьверном таком варианте, возвратном варианте каждый год выдается. Каждый из наших автопроизводителей использует свою квоту, чтобы не было однобокого подхода к распределению этих средств по льготному автокредитованию. Мы подошли так, чтобы каждый по своему объему выпуска выпускаемых автотранссредств, Азия Авто, СРАК Автопром, Hyundai Трансавто и другие наши производители получают свою часть из этого льготного автокредитования. Насколько я понимаю, то есть эта сумма в прошлом году дала возможность выпустить 6 тысяч автомобилей. 6 тысяч автомобилей были куплены по льготному автокредитованию. А в этом году? В этом году пока я цифры не имею, но мы можем отдельно вам эту информацию дать. А какие автомобили приобретают казахстанцы по этой госпрограмме? По этой госпрограмме? Ну, в основном это кроссоверы, седаны, которые выпускаются на Азия Авто. Это Нива 2121 модели. Это модель Веста, которая выпускает Лада Веста, но только не электрический, а обычный бензиновый Азия Авто. Также автомобили, которые выпускает 40 Автопром, те же Джаки, те же Киа. Благодарим вас, Маниас Касымович, за предоставленную информацию и за участие на нашей пресс-конференции. Құрметті әріптестер, осымен біз жұмысымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар. Сіздер үкімет үйінде өткен баспасөз мәслихатын көрдіңіздер. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз.
Елімізде студент жастардың көбі жазғы демалысында жұмыс істеп табыс табады. Жастарға қосымша табыс көзі артық болмайтыны рас. Алайда оларға заңгер маманның айтары бар. Тақырыпты әріптесім Айнұр Қуатқызы тарқатады. Арнур екінші курс студенті. Жазғы демалысын босқа өткізгісі келмейді. Азын аулаға ақша тауып, үйіне қолға ауыс етсем бе дейді. Ата анасына салмақ салмай, өз киім кешегін өзі түгендеп алмақ. Жұмыс іздеп, сабылмай ағасының жазғы дүкеніне сатушы болыпты. Енді мен үйде жатқан орнына жұмыс істеуді ұйғардым. Осы Астанаға келіп, ағамның кішігірім бизнесін осындай жұмыс істеп жатқан жайым бар. Босқа отырғанша ақша тапқан жөн көрдім. Еңбекке ерте араласқан жақсы әрине. Алайда жастардың кейбірі екі қолға бір күрек тапсам болды деп, әлі келмейтін жұмысқа ұрынып жататыны бар. Тіпті жұмыс тапқан күннің өзінде еңбек келісімін жасауды ойламайтындар көп. Заңгерлер мұндай жағдайға жол бермеу керектігін айтады. 16 жастан асқан кез келген жасқа еңбекке араласуға болады. Тек студенттер олар егер 18 жасқа толған болған жағдайда, міндетті түрде еңбек шартымен еңбек қатынасына түсуге болады. Егер 18 жасқа толмаған жағдайда, онда еңбек қатынасына түсуге болады, бірақ олар 16 жасынан бастап еңбек қатынасына түсуге болады. Бірақ олар ауыр жұмыста және заңда тыйым салынған қызметпен айналысуға болмайды. Студенттерге жазда жұмыс ұсынушылар да жаңбырдан кейінгі саңырау құлақтай қаптайды. Ғаламторды ашып қалсаң болды, жастарға жалақысы қомақты жұмыс ұсынам деген жарнамадан көз сүрінеді. Ал студенттерді еңбекке баулуды еліміз ерте бастаған болатын. Мысалы, Жасыл ел еңбек жастары штабы құрылғалы бірнеше мыңдаған жас жұмыспен қамтылды. Өткен жылдың өзінде 22 мыңнан астам студент маусымдық жұмыста қызмет етті. Олар еліміздің барлық өңірінде еңбек етеді. Жасыл ел сарбаздарына республикалық бюджет көлемінен 35.394 теңге төленеді екен. Бұдан бөлек жұмыс берушілер мен жергілікті бюджет тарапынан берілетін жалақы тағы бар. Біз 242 географиялық объектте, яғни Қазақстанның барлық аймақтарында жұмыс жасап жатырмыз. Бізде жұмыс жасайтын жастардың негізгі бөлігі ол студент жастар, жұмыссыз жастар, сонымен қатар балалар үйлері мен интернаттардың тәрбиеленушілері болып табылады. Өткен жылы біз 410 кәсіпорынмен бірлесе жұмыс жасаған екенбіз. Дегенмен мамандар кез келген жұмыстың тіпті уақытша қызмет болсын, студенттерге жаңа білім мен тәжірибе алуға мүмкіндік беретінін айтады. Айнұр Қуатқызы, Арман Ақшабаев, Хабар 24. Батыс Қазақстан облысында биыл 1175 бозбала мен бойжеткен жасыл ел жасағына жұмысқа орналасыпты. Бұл жалпы ниет еткендердің 5-тен 1 бөлігі ғана. Жастар жаз мезгілінде нәпақа тауып қана қоймай, өңірдің тазалығына үлес қосуға асық. Тақырыпты әріптесі Мансұр Есқожинды оқытады. Орал орман шаруашылығында жастар үшін жұмыс жеткілікті. Жасыл желекті суарып, түрлі құрт-құмырсқадан сақтаумен қатар жаңа көшеттерге орын даярлау керек. Бұл жұмысқа негізінен студенттер жұмылдырылған. Арасында мектептің жоғары класс оқушылары да бар. Онда біздер ең әуелі ағаштардың түбін қостып, онда қарам шөптерден тазартамыз, және де барлығын суарып, және жаңадан ағаш түрлерін егетін боламыз. Жаселдің жастарға беретіні өте зор. Мысалы, еңбекке деген құлшыныстарын арттырады, жұмысқа деген ерік жігерлерін арттырады. Ауа райының ыстық болуына байланысты арнайы киім үлгісі де жеңіл матадан тігілген. Жасыл елдің эмблемасымен қатар тігіншілер жастар жылының таңбасында орналастырыпты. Жұмысшы жастардың арнайы киімі жергілікті фабрикада тігіледі. Мемлекеттік тапсырысты алған кәсіпорын негізінен мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмыспен қамтып отыр. Жасыл елден біз осындай заказ алып отырық, үлкен заказ студенческий отрядқа. Енді менде осындай заказ көп болған жақсы талайым. Неге десеңіз, мүгедектер жұмыс істейді. Жасыл ел жасағы сарбаздарының жалақысы 70 мың теңге төңірегінде. Сондықтан жаз мезгілінде жұмыс істеп нәпақа табам деушілер саны көп. Мәселен, тек биылдың өзінде 1170 орынға 5 мыңнан астам адам өтініш берген. Қаражат көлемі көбейтілсе, қарастырылса, қайта бізді ойлаймын, жасыл ел бағдарламасында жазғы мезгілде тиімді пайдаланып, өздерінің уақыттарын тиімді пайдаланып жұмыс істесе,
мюлем, мың жүз жетпіс бес, екі мың жарым сарбаз жастар бұл жұмысқа тартылса, мюлем жақсы болар еді. Жастар жасағының өңірлік штаб өкілдері көпбалалы үйдің өрендерін жасыл ел қатарына алудың арнайы тетігін жасауға жеттейді. Бұл әлеуметтік әлсіз топты қолдап қана қоймай, өскелең ұрпақты еңбекке баулудың таптырмас жолы болмақ. Мансұр Есқожин, Ботагөз Базарбаева, Болат Жарылғасов, Батыс Қазақстан облысы, хабар 24. Түркістан облысының студенттері әлеуметтік кешендердің құрылысына тартылды. Бұл өз кезегінде болашақ құрылысшылар мен сәулетшілердің тәжірибе жинақтауына оң ықпал етуде. Биыл жазғы демалыста мыңға тарта жас еңбекпен қамтылып отыр. Тұңғыш президенттің жасыл ел бастамасы осы өңірде жыл сайын мыңдаған студенттің ортақ іске жұмылуына жол ашқанын айту керек. Сонымен қатар жасыл ел бригадалары қаланы көркейту жұмыстарына белсене араласып келеді. Жастар жалпы осы Түркістан облысының түрлі аудандарынан келіп атыр, ауылды мекендерден келіп атыр. Көпшілігі осы Түркістанның тұрақты халық жастары. Жастарды бірнеше бағытқа бөле отырып, жұмысқа орналастырып, атап айтатын болсақ, Түркістан қаласында Жеңіс саябағы, Парасат паркі бар, түркі бақтары бар. Сондай-ақ түрлі мекемелердің жан-жағын реттеу мақсатында, көгалдандыру мақсатында осы жастарды ұйымдастырып жатырмыз. Үшінші сезонға дайындық жүргізуге тіркеу қазір жүріп жатыр. Үшінші сезонда бір 150-ге жуық жасты жұмыспен қамтимыз деген өзіміздің ниетіміз бар. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат қарына қосылу болсын.